Ты, по-моему, в тот раз даже тоже ничего не записал, да? Привет, привет, привет. Дело в том, что я забываю включать кнопку. Ну, у вас там столько кнопок, столько материалов всяких, понятное дело. Медитация, видишь, какая у меня хорошая картина. Да. Ты знаешь, что я придумал? А. Мои картины, как и твои картины, они имеют каждую свою историю. Вот я, например, эту картину рисовал, и я взял и каждую стадию рисования догадался фотографировать. У меня получилась галерея одной картины. И вот человек, для кого я это рисовал, а я рисую не для каждого, ты знаешь. Просто так мне позвонить, дайте мне эту картину, я не могу, потому что там душа вложена. И я, значит, придумал, как делать такой подарок. Великолепно. Значит, я беру, дарю эту картину, которую я рисовал с любовью человеку, и говорю, вот тебе еще несколько фотографий. Это стадии рисования этой картины, которой она была полгода назад, которой она была 5 дней назад, которой она была год назад. Некоторые картины я рисую за 3 дня, а некоторые за 10 лет. И получается галерея одной картины. Он говорит, и что я буду делать с фотографиями? Я скажу, ну, положи себе в рабочий стол или в альбом, или выкини, какая разница. Но я тебе делаю исключительный подарок, которого ни у кого нет. Он говорит, а это как? Я говорю, смотри, у нас Нелли Зарипова, наш литературный агент, когда я вручил картину, которую для нее нарисовал, потом я ей дал картину, которую я фотографировал, когда я ее рисовал. Она пошла у себя там, заплатила какие-то небольшие деньги, и на холсте этого же размера распечатали ей ту картину, которая предыдущая была на этой. То есть в этой картине тоже несколько слоев, там картины предыдущих этапов. Но это итог. А те предыдущие этапы я дам человеку, кому рисовал картины. И он их распечатает на таких же холстах, в таком же прекрасном цвете. Сейчас это все делают в любом городе. И у него будет висеть на стене вот это, и рядом с ней еще 3-4 картины такого же размера, вот эти этапы. И я придумал, это называется галерея одной картины. Ну, там вся история. Так что вот наша Нелли Зарипова у себя так сделала, все потом ахнули, как это здорово она сделала. Вот у тебя моя картина там висит сзади. Ты ее специально повесил, что ли? Конечно, я ролик делал про отношения, личностные отношения. И вот вашу картину повесил, тут же, видите, молодые люди, цветочек, мягкость, любовь в глазах, волшебное дерево, птичка наверху на них смотрит. Тоже история целая. Масло на холсте. Да. Отношения в жизни людей, это же крайне важно. Почему люди бывают счастливы в отношениях, а вдруг завтра могут быть несчастны, да? Человек в стрессе пришел и уже все испортил. Так вот, я в моем клипе рекомендовал им перед встречей с любимым человеком снимать стресс, проверить себя ключевым тестом, стресс он или нет. И тогда отношения будут еще крепче, еще позитивней, еще нежней. И еще долговечнее. Ну, для женщины это самое главное, чтобы надежность была, чтобы вечность была. Да, ну, конечно, конечно, для Но женщин. я хочу пошутить немножко и вставить, что это не только для мужчин, это же еще и для женщин. То есть важно две стороны, два человека, чтобы имели наши рекомендации в виду.
чтобы при общении не быть в стрессе, и тогда у них все гармонично и хорошо. А чтобы не быть в стрессе, мы им предлагаем сначала тест, потом несколько действий всего синхрогимнастики ключевой, потом опять тест для сравнения, а потом идти уже, как говорится, общаться. Я тебе даю совет. У тебя, у меня и у Шейлы есть такие моменты, которые пока никто не знает, такие вот изобретения каждого. Я, правда, честно говоря, не удержался. Я в нескольких роликах сказал, что вы меня в каких-то моментах перегнали давно, и у вас есть какие-то вещи, которые никто не знает. Вернее, вы знаете, а я не знаю, что вы меня как-то перегнали. Вот. И меня это обогащает. Мне, например, очень понравилось твое упражнение, которое ты показывал. Втяни голову в плечи. Ну, а сейчас ты почему-то не показываешь это. Ты, наверное, на курсах у себя показываешь там. Ну, на курсах, на индивидуальных приемах, ну да, мы же там проходим это все. И в конце концов у обучаемого появляется схема техника действий, персонально к нему подобрана. Персонально это же важно. Вот эти действия, которые ему соответствуют. И он потом этим пользуется, всего за несколько минут в день он себя может привести в порядок. Слушай, это важный такой момент, чтобы человек во время свиданий, во время выступлений, во время соревнований, во время экзаменов мог приводить себя быстро в порядок. И когда на свиданиях, например, чтобы люди не имитировали то, что они читали, как надо себя вести, а вот чувствовали, как надо себя вести, чтобы быть не фальшивыми и чтобы их отношения были вечными. Это очень важный момент, да. И мне кажется, что тебе надо будет, я еще раз показываю для всех, это учебник по физкультуре Матвеева Анатолия Петровича, для 10-11 классов там есть метод саморегуляции ключ, 5 классических упражнений, которым надо добавлять свои собственные действия, которые, потребность которых возникает при их исполнении. Да. Это вот как раз у нас сейчас была встреча со школой «Луч». Да, кто не видел, пусть посмотрит, вчера такая встреча, там такие вот, и дети там, слушай, такие масштабные личности, такие. Я так был потрясен, мне было очень приятно. Я прямо был счастлив, что они такие думающие. Да, кто не видел, пускай вчерашний посмотрит наш ролик, он везде выставлен. Да. Ален, я Да. хочу спросить, как мой правнук поживает? Ну, гипс мы уже сняли, бегает дальше. Счастливый. Да, ладно. Передавай привет. Да, Шамильке тоже привет передавай. Меня, вот просто у меня есть фотография, где Шамилька стоит, внук мой. У него сколько, 2 метра ростом или сколько? Ну, 1,90 м Метр с девять. чем-то. У тебя сколько? На 1,80 м А было. у меня 1,60 м с кем-то. Как, я как Наполеон, как Путин и как еще кто-то, да? Ну да. Выше меня все, они все выше меня, пускай они обижаются. Они выше меня все. А я зато художник, а я зато психолог, а я зато... Мы междисциплинарники. Это очень важно, то, что я говорю. Я хочу всем напомнить, что методика новая, которую Олег знает, Шейла знает, а вы еще не все знаете. Там как раз-таки синхрогимнастика, и там как раз-таки есть, как ее использовать в новой методике, что у вас было бы. Не только вы могли открывать свои способности и надежнее быть в жизни, но и чтобы вы могли создавать новые идеи и изобретения, и озарения по заказу. По своему собственному, по своей воле. То есть я хочу сказать, то, что у вас происходит иногда случайно, чтобы вы могли делать по своей воле желаемый момент в любое время, в любом месте. Например, использовать сон для этого, чтобы проснулся и уже знаешь, как себя вести. Или летишь в самолет, и тебя трясет, и ты уже знаешь, как себя вести, чтобы успокоиться и заснуть. И много чего, чего ты раньше не знал. Изобретение по заказу.
озарения по заказу. Такого в мире не было. И поэтому ты выдавай это потихонечку, Ален. Потому что когда сразу выдаешь, это все равно, что алмаз без оправы, это все равно, что истина без контекста, и все равно, что картина без названия и рамы. А когда внимание привлекается, там, где внимание, там и сознание. Поэтому сразу все не выдавай, а по кусочку, чтобы люди понимали и оценивали. Потому что в каждом этом кусочке, как в жемчужине, годы нашей жизни, моей, твоей, Шейлы, Гретки, всей нашей семьи, о которой прекрасно было написано, что мы придумали, как использовать энергию стресса в собственных целях. И в газете, первое, я помню, Костя Щеглов написал в медицинской газете много лет назад, как использовать энергию стресса. Этого нигде нет в мире, потому что все от стресса спасаются, а мы придумали, как использовать стресс как стресс в трамплин. И в нашей школе человек будущего, Homo Futurus, уже много-много почетных участников, которые пишут свои приемы со своими именами в каждой следующей издаваемой нами книге. Так что давай, целую. Сейчас мы начнем новую серию, как создавать изобретения, как создавать озарения по своей собственной воле. Чего в мире не было. Хасан Магомедович, я хотел сказать две вещи. Улыбнитесь, расправьте плечи и до встречи. А вторая вещь, не забудьте нажать на специальные кнопочки. Сейчас, секунду, чтобы выключиться. Я понял, я много говорю, я замолкаю. Так, сейчас. А, вот, приостановить запись. Потом, да, все. Чао, какао, бомбино. Да, правнуку привет. Давай.